Народный артист Беларуси Владимир Гостюхин. Историческая память. Как вернуть историческую память тем, кто ее потерял? Ведь историческая память – это не просто память об исторических событиях, фактах из прошлой жизни человечества, страны, народа. Историческая память – это, скорее всего, способность видеть реалии наших дней глазами прошлого. Живая связь с теми, кто давно ушел в вечность. Способность души пропускать через себя опыт прошлых веков и соединять его с сегодняшним днем. Возможно, кто-то скажет: а вот для чего нам чувствовать связь с прошлым? Для чего глазами прошлого вглядываться в сегодняшний день? Ну зачем? Зачем нам это все? Затем, что без исторической памяти мы никто и ничто. Иваны, не помнящие родства. В разное время приходили на нашу землю иноземные полчища. И наш народ с честью вставал с ними на бой. Да, мы помним мужество наших воинов и полководцев. Наш народ свято хранит память об их славных победах. Ведь все-таки мы победили! А было вначале солгать не могу. Буксиры молчали на том берегу, на том берегу, на том берегу, на том берегу, где мы были. А мы покидали свои города, и в них оставалась душа навсегда. И все-таки, и все-таки, и все-таки мы победили. И все-таки, и все-таки мы победили. Ушанки чернели на алом снегу, и губы немели на том на том берегу, на том берегу, где мы были. За каждой спиною был свой Сталинград, и в мерзлых траншеях ни шагу назад. И все-таки, и все-таки, и все-таки мы победили. И все-таки, и все-таки, и все-таки мы победили! И выцвела соль у солдатских рубах, та соль возвращения, как мед на губах. На том берегу, на том берегу, где мы были. И сколько бы нас не осталось в живых, жив голос погибших друзей и боевых. И все-таки, и все-таки, и все-таки мы победили.
лауреат международных фестивалей Анатолий Антоненко, академический ансамбль песни и танца и образцово-показательный оркестр вооруженных сил. И сколько бы нас не осталось в живых, жив голос погибших друзей боевых. И все-таки мы победили. И все-таки мы победили. Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте, защитники Отечества! Мы рады приветствовать доблестных генералов, офицеров, курсантов, солдат, служащих Министерства обороны, а также наших дорогих ветеранов. Вы – гордость нашей страны! С праздником вас, мира, добра, счастья! Желаем вам мы, ведущие сегодняшнего торжества, Евгений Никитин и очаровательная Вера Полякова. Слова, на которые я хочу сослаться в самом начале нашего торжественного вечера сегодня особенно важны. Принадлежат они нашему президенту Александру Григорьевичу Лукашенко. Давайте не будем забывать, что как нация мы окончательно сформировались именно в советское время. Именно тогда началась история белорусского государства по-настоящему. Александр Григорьевич Лукашенко отметил, что мы, белорусский народ, продолжаем писать свою историю. Мы должны предупреждать новые вызовы и угрозы в сфере национальной памяти. Надо определить стратегию и тактику работы в этой области, иначе мы, наши дети, опять повторим черные дни истории, когда были вынуждены жить под игом чужих хозяев на своей земле. Память о Великой Отечественной войне – это часть белорусской национальной идеи. Историю своего Отечества не знать стыдно. Даже если она не ложится ровным почерком на белоснежный листок, а полна помарок и опалена войной. Об этой войне спорят и до наших дней. А вот для солдат и офицеров Афгана это была, есть и будет всегда настоящая война. Салам, бача, вот мы встретились с тобой. Салам, бача, как поживаешь, дорогой? Дай мне, бача, свою колючую щеку. Да я, бача, тебя покрепче обниму. Бача, бача. Виват! Кандагар и Герат!
виват, Файзабад и Газни. Виват, Хайратон и Шимдант. Виват всем вам, дорогие мои шурави. Споем, бача, споем. О чем, бача, обо всем. И сколько б нам не осталось жить, споем, бача, чтоб вовек не забыть. Споем, споем. Виват! Кундуз и Баграм! Виват! Кабул и Саланг! Виват! Улихури и Гордес! Виват! Всем вам, дорогие мои шурави! Экипаж. Матчыны песні — гэта адвечны голас нашай Беларусі, бо і душа, і лёс беларускага народа звязаны з зямлёй, на якой мы жывем. Нацыянальны акадэмічны народны хор Беларусі імя Цітовіча. Пока поешь, бачить Бог, Юка, Пони, Капа, Зычев, Подковсанец.
Заслуженный коллектив Белоруссии, ансамбль народной музыки Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь «Беседа». Академический ансамбль песни и танца Вооруженных сил Республики Беларусь. Святая любовь.
Без озер голубых никогда не забыть. Прекрасней страны, чем моя Беларусь, мире не отыскать. И мы беззаветно и стойко готовы ее защищать. Стройными рядами мы чекаем. Концертная группа военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны и академический ансамбль песни и танца вооруженных сил. Город спасен. Стрела самолета рванула с небес.
сестры Груздевы и шоу-балет «Сенсация». Победитель телевизионного проекта «X-Factor Беларуси» Андрей Панисов и академический ансамбль песни и танца «Вооруженных сил». Я любовь скрывать не стану, в мыслях все одно и то же –
Нет на свете ничего дороже. Быть хочу всегда с тобой. Сердцу нанесла ты рану. Волненье, глаз твоих я не встречаю, и тебя в объятиях не сжимаю, и не слышу голос твой, лишь в моем воображении. Но с тобой им красотой не сравнится. Я надеюсь, что и ты томиться будешь так же, как и я. Что счастье нам обоим принесет любовь твоя. Тебе одно. Тебе я, одной себе я, и сердце, и жизнь сражаю. От первой любви страдаю, моей всей жизни цель тебе. Музыкальное поздравление юных артистов ансамбля «Музыкальный нюанс».
Воспитанники Минского Суворовского военного училища. За нашу с тобою судьбу. Жена офицера, опора, надежда и вера. Жена офицера. Такие простые слова. Лауреат премии за духовное возрождение Юлия Быкова.
хочешь знать, спроси сейчас. Ветер свечи погасил, только небо видит нас. Знать, что будет, не спеши. Чему быть, не миновать. Две заблудшие души повстречались, чтоб пропасть. Ночь в небе, луна, дорога разбросала пыль. Сердце, что жгла тревога, стало вдруг пустым. Нету ни зла, выкла ждать. Я сама к тебе иду, а хотелось бы летать. Если любишь, то скажи. Если веришь, не бросай. От судьбы не убежишь, сколько путь не выбирай. Международного фестиваля «Золотой лотос», Китайская Народная Республика, Ван Мэйсян, и студент Белорусского государственного университета культуры и искусств Александр Журович.
мне в сердце смуток тихо запевает, стежка в поле пролегает, травкой зарастает. Каля стежки похилился я в ордоколи. Там кахались, там кались, кахались хлопец и девчина, хлопец и девчина. Заслуженный артист Республики Беларусь Руслана Лихно и шоу-балет «Сенсация». Ты прости мою ревность, прости, за измену прости жестокую, за мучения свои извини, за любовь на троих разделенную. Виноват, если сможешь, прости, что грехи раздавал горстями, и за месть мою извини. Виноват, если сможешь, прости, что убил. Невозможно тебя любить равнодушно с холодным спокойствием. Готов жизнь тебе посвятить и сыграть свой последний реквием. Виноват, если сможешь, прости, что грехи раздавал горстями, и за месть мою извини.
Ты прости мою ревность, прости. За измену прости жестокую. За мучения свои извини. За любовь на троих разделенную. Народный артист Белоруссии Анатолий Ермоленко и заслуженный коллектив страны ансамбль «Сябры». Батьковский наказ мной зразумелы задами. Добрых людей, сын, усюды шукай, кепские знойдутся сами. Добрых людей, сын, усюды шукай, кепские знойдутся сами. Добрые люди тут и далеко, добрые люди, с вами так легко, с вами так светло, у свято и у будень. Дякуй за это, добрые люди. Стольки дорог довелося пройти, их подарила мне доля. Розных людей сустракав у житті, добрых усе-таки болей. Розных людей сустракав у житті, добрых усе-таки болей. Добрые люди, с вами так легко, с вами так светло, у свято и у будень. Дякуй за это, добрые люди. Кожной былинкой и чистой росой свет захоплять тебе будет. Только тогда, коли побач с тобой, добрые, добрые люди. Только тогда, коли побач с тобой, добрые, добрые люди. Добрые люди тут и далеко, добрые люди, с вами так легко. Дякую за это.
Народный артист Беларуси Владимир Яскевич и образцово-показательный оркестр вооруженных сил. Не раз постигали мы цену свободы, всегда защищали исконно свое. Но снова, как в прежние черные годы, над родиной нашей кружит воронье. Русь белая первой опасность встречала, по зову и млад поднимался и стар. Величию цели давала начало, и первый всегда принимала удар. Славяне, тревога! Сигнальщики сбор, пусть трубят. Вы слышите, братья, в несломленном Минске ударил славянский набат. Слышите, братья, в несломленном Минске ударил славянский набат. Единство и братство для нас дело чести, не только свои бережем рубежи. С друзьями всегда Беларусь будет вместе, под небом отчизны достойно служи. Часы эти грозные, выбора нету, прикрой спину друга, будь тверже, не трусь. Сегодня славянство от вас ждет ответа, великая, малая, белая Русь. Славяне, тревога, сигнальщики сбор, пусть трубят. Вы слышите, братья, в несломленном Минске ударил славянский набат. Вы слышите, братья, в несломленном Минске ударил славянский набат. Вы слышите, братья, в несломленном Минске ударил славянский набат. Вы слышите, братья, ударил славянский набат. Ради мира на земле стоят на защите Отечества наши вооруженные силы Республики Беларусь. Мир – самое главное условие для созидательного труда белорусского народа. И, конечно, мир будет стабильно обеспечен, и чтобы старшее и младшее поколение шло вперед к своему счастью. Наши
наших душах свет, покой и счастье. Запах хлеба нас роднит с землей. Не страшны нам бури и ненастья. С миром в сердце жить одной судьбой. Это народ, а народ – это армия. Цветы участникам концерта от президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко.